Здравствуй, дружок. Любишь сказки сопливые? Видишь, луна путешествует по небу. Если ты вдруг оторвешься от пива, я, так и быть, расскажу тебе что-нибудь. Снесла яйцо рукодельница пеструшка. Дед с бабой пили, не разбили у калеки. А мышка по профессии наружка хвостом махнула яйцо салям-алейку. Вот плачет дед и баба, но напрасно. Все предначерто, яйцо должно разбиться. Зло порождает зло в наш век ужасный. Ты хочешь знать, чем эта сказка завершится? Старуху тут раскольников зарубит. И не со зла, причем так по сюжету надо. Старик же пьянством дел усугубив, эрцгерцога застрелит Фердинанда. Что-то стрелился, не нравится сказочка. Что недостаточно лихо закручено. Ну да, нелегко угодит тебе лапочка. Читал бы свой комикс, капризное чучело. И я тут ему все трансцендентально. О фатализме, о жизни, о мистике. Нет, блин, он хочет, чтоб было завально. Круто и клево в кайфовой стилистике. Хочешь покруче? Ну ладно, получше. Было у крестьянина три сына, все трое дураки, что характерно. Атос, Портос и младший Буратино. Принцессу встретили, кончилось все скверно. Да не уложили ей на всякий случай прям под матрас дорожку тротила. И от дворца остался только ключик, который сныкала безумная тортила. Ее царевич отловил и долго мучил, кричал: на кой тебе такие уши, бабка? Потом убил, сварил и съела ей ключик. У Туримара поменял на цепь Ермака. Царевич жил с лягушкой, как женой, декомпенсированный извращенец. На сивом мире не катался бараной, любил других лягушек многоженец. На сивый день обернулся сивкой буркой и человечьим голосом взмолился: не ешь меня, болван, я болен чумкой. И душу на березе удалился. Вот этот триллер аж до слез, такие страсти. Мне ж самому понравилось чего-то. Боль наша жизнь покруче, чем блокбастер. Должны быть сказки посильнее, чем Маус Гёте. Продолжим не потворчество, а Альфред Хичкок. Детишкам как ухочется, отсаться им не впрок. Танцуйте, мопочка, хип-хоп, и будет все тепло. А против тот один Виктория Агния Бордо. По городу ходила, трезвая Годзилла. Трех кошек задавила, из северых козлят. Бедные степашки на хрюшки, чебурашки. Со страхом эту сказочку глядя, так смотрю с тоской, дружок, на ваше поколение. Все ждут метафизической халявы, сезам откроется по щучьему веренью. А на косевой пути во времена он нравы пришел Кинг-Конг, русалочка убита. Сменили амплуа герои сказок. Старик Потапыч предводитель бакхабитов. Добрыня водку возит на КамАЗах. Бои закончатся, все неинтеллигентно. Как упасть не той про птицу и лисицу. Но ты помнишь, народу как-то Бог послал. Послал конкретно, прям вместе с сыром и с лисой, с бас написан. Пиво по усам, а в рот все не спеши. Придумай сказочку ты сам, меня уже тошнит. К примеру, как завел чувак котяру в сапогах. И сразу зажил он ништяк весь в балах и крыльях. У леса на опушке снесла яйцо старушка. А мы его купили и съели наконец. Теперь мы всем колхозом больны сальмонеллезом. Вот тут и сказочки конец, кто слушал, не жилец. Есть для папы сказка. Вот жили-были Дума с президентом. И жили они в радости и в ласке. И померли они одномоментно.